Итак, друзья, хочу вас познакомить с одной такой вещью. Многие уже, наверное, с ней знакомы, но в большинстве своем, наверное, увидят впервые. Вот у вас, видим, раковина смонтирована. И сюда мы подскидывали, вот, помело почистили уже, манго очистки, вот они. Вот. И чтобы это все не выбрасывать в мусорку, все это вот пихаем вот сюда, в раковину. Вот сюда это все дело запихиваем, сколько у нас получается. Вот, включаем водичку. Нажимаем кнопочку. И тем самым избавляемся от всего мусора. Плюсы: молит очень мощно и практически все, и реже нужно будет выносить мусор. В комплект входит измельчитель, вакуумная кнопка, несколько уплотнительных резинок, металлическая пластина, крепеж и канализационный отвод. Сифон в комплекте не поставляется, поэтому заранее нужно будет приобрести полноценный комплект сифона. Сифон должен состоять не из гофры, а конкретно из жестких отводов. Из инструментов понадобится нам молоток, крестовая отвертка, желательно еще иметь шуруповерт и коронку с алмазным напылением 35 мм. Первое, что нужно сделать в нашей каменной раковине, это выбить отверстие под вакуумную кнопку. Делаем это с помощью молотка и отвертки вместе специально обозначенным на раковине. Но в целом кнопку можно установить не только на раковине, но и в любом удобном для вас месте, даже на столешнице. Как только мы выбили отверстие, сразу же подравниваем его с помощью напильника ручного, либо же, как на видео, с помощью шуруповерта и коронки. Как только подравняли, сразу же устанавливаем нашу кнопку. Как видим, она заходит плотненько и красиво, занимает свое положенное место. Снизу закручиваем его пластиковой гайкой. Дальше разбираем нашу слинную воронку, откручивая 3 болта. И снимаем уплотнительное металлическое кольцо. Разбираем и устанавливаем наши уплотнительные резинки. Одну в верхней части и другую снизу. Собираем все в обратном порядке и снизу зажимаем нашими болтами с помощью крестовой отвертки. С помощью молотка и отвертки выбиваем пластиковую заглушку для перелива. Собираем канализационный отвод, устанавливаем металлическую пластину и резинку для канализационного отвода. Устанавливаем на измельчитель и зажимаем все болтами. Дальше устанавливаем сам измельчитель под мойку. Делается это просто. Он просто закручивается у нас снизу туда, буквально в 1,5 сантиметра. Подключаем к канализации через жесткий отвод. И не забываем про перелив. У нас пришлось немножко поколхозить, так как были разные диаметры входного и выходного отверстия, поэтому пришлось сделать свою небольшую конструкцию с помощью сливной канализационной муфты. Проверяем все на герметичность и запускаем в работу. На самом деле вещь очень крутая и нужная. Я считаю, должна быть такая в каждом доме, так как очень она уж экономит вам место в мусорном ведре и помогает справляться с ненужным мусором. Запросто она мелит арбузные корки, всяческие остатки от пищи, мелкие кости, даже куриные. Так что всем рекомендую. Вещь очень полезная.
спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Я надеюсь, информация была для вас полезной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а мы будем еще больше делать для вас полезной информации. Всем пока!